Doplňte a prohorím ho ráte. Kašma. Голова реза могильных архонтов, он пехотинец. Архонт это у нас этот. Да нет, их можно разбивать. Значит, мы с кем-то встретились. Верующих к ним, уважительно наш. Здорово. Как она на той стороне того, это розовая канала. Ну, компьютер. Так еще давно. Мы можем не тех присоединять, допустим, а не подходить. Как бы мы уже здесь оказываемся. Рада по плану. Ну, вот. Накоснуться типа границ. Созданы маги. Щит, конечно, не пробивает. Щит. Съедает урона. Всего почти. Ну, там с половиной еще и физзащита. Четверть урона может быть. Или огнем их может там. Ну, пока этот не появился где-то. А и тут мы на такую же штуку. Город Мол Белот. А Дарканиц. Полы. Вчера я открывал границу. Зачем бы что-то не с нами хотят это. Ты драконец хищник, три армии хищника. Вот это да, огнем огонь там прошибает. На всякие физзащиты. Чародей не захотел пока все просто то что по денег все. Расстояние до ближайшего города 352 золота, расстояние 55, размер 335 золота, то есть 600. А присни 900. А, он через 4
Которое мы узнаем, сколько приносит его в совете. А тут я так 300 тут больше на 366. Значит, тот город присоединить. Интересно, будет ли вассалитет считаться, ну, ближайший город. Если он вассальный. То есть не тот присоединение, допустим. Размер 335, 155, а тут расстояние вообще нет, а размер 330. Ну, приблизительно, наверное. Да будет, что он не совсем один, это не так понятно. Жаль, что все шахты по 10, кто-то будет 30 там. Легче было бы решать, кого присоединить. Куда наш рубинник? Я. Вот он даже не залетел. На скалу. Мы присоединяем отряды еще, да, чтобы не копать. Сколько осталось точно? Два тура. Ну, можно по Гавине пройти. Но все равно не будем выпускать сразу вот так. Где-то есть. Сколько он будет стоить? Сколько много? Дарлина, слышь, выйди. Склад.